Каток на площади Ленина. Сегодня у нас 9 марта. Ну и как мы видим, на нем вот катаются люди, как мы видим, музыка грохочет какая-то. Вот такая-то обстановочка. Такие вот лампочки здесь светятся, чтобы красиво было. Погода градусов 15. Естественно, минус. А вот на здании видно, температура минус 13. Время сейчас 17:27. Давление 746 миллиметров ртутного столба. Люди ходят, гуляют. Сегодня рабочий день после 8 марта. Ну, вот такая вот обстановка в городе. У нас безветренно, тепло, весна.